эфире телеканала Десна ТВ Новости. В студии работает Алина Сазонтова. Здравствуйте! Главные темы сегодня. 600 тысяч штрафа. Очередное заседание административной комиссии. Помимо подписания и штрафа, потому что было вынесено Роспотребнадзором еще замещение. Открытое первенство по гиревому спорту. Я себе тоже сделала подарок. Мне вчера исполнилось 65. Очередное заседание административной комиссии состоялось 30 марта в здании администрации. Под председательством Владимира Исаева было рассмотрено 7 административных протоколов о нарушении закона Смоленской области. 5 из них по несоблюдению тишины в ночное время. В квартире 106 шумят соседи. Из рапорта сотрудника полиции следует, что по прибытию на место факт нарушения тишины подтвердился. Минимальное наказание по такому проступку – это предупреждение. Такая санкция применена к двум нарушителям. По другим аналогичным случаям были выписаны денежные штрафы, которые по этой статье составляют от 1 до 3 тысяч рублей. Это дискотека была? Не дискотека, это я согласна, это я виновата. Просто музыка слушалась. Повод какой-то был? Нет. Также на заседание комиссии был приглашен представитель сетевого магазина, который расположен в первом микрорайоне. Торговый объект привлек внимание членов комиссии и жителей города, в первую очередь своей неухоженной прилегающей территории. Мусор и наледь на протяжении нескольких месяцев были частью ландшафта магазина, который находится в самом центре Десногорска. Сделаем все возможное, чтобы исправить. В магазине, помимо подписания и штрафов, того, что было вынесено Роспотребнадзором куча замещений, которые должны были быть исправлены. Так как ранее этот торговый объект уже был привлечен к ответственности за аналогичное нарушение, комиссия приняла решение назначить максимально возможный штраф 600 тысяч рублей. При этом представитель торгового объекта сообщил о готовности соблюдать городские нормы, а также о планах капитального ремонта здания. 27 марта на территории яхт-клуба прошло открытое первенство по гиревому спорту. Участникам предстояло поднять гири максимально возможное число раз за отведенный промежуток времени в положении стоя. Вес снаряда был различный – 16 кг для мужчин и 12 или 8 кг для женщин. Мероприятие привлекло спортсменов разного уровня, как атлетов, так и любителей активного отдыха. Я очень рада, что приняла в них участие, заняла 3-е место. Еще раз буду пробовать себя, тренироваться. Есть к чему стремиться. Есть к чему, да. Было тяжело, над собой работали, старались. Ну, зима, лыжи, функционал развит, ну и гири тоже идет. В своих весовых категориях золотые медали получили Смирнов Сергей, Раков Дмитрий, Павловский Эдуард, Каменьков Владислав и Сапранцова Светлана. Серебряные медали у Александра Настехина, Навнычка Михаила, Сергея Прудникова, Мерзлякова Романа и Лианы Стальмахович. На 3-ю ступень пьедестала за бронзовыми наградами поднялись Кацабов Максим, Зайцев Дмитрий, Филимоненков Денис, Швецов Денис и Матвеева Оксана. Я себе тоже сделал подарок. Мне вчера исполнилось 65. Соревнования организованы первичной профсоюзной организацией Смоленской атомной электростанции. В конце выпуска о погоде. 1 апреля в Десногорске переменная облачность, возможен небольшой дождь. Днем плюс 14, ночью плюс 8. На сегодня выпуск завершен. До новых встреч!